Я вас найбільше люблю, я за вас життя віддам. Нравится мне петь, нравится делать из песни. Потом со временем, во время гастролей, я очень люблю с Викой Булитко делать из песни маленький спектакль, мини-антрепризу. Если честно, это первое, а второе – роль бывалой подруги. Нужно соответствовать образу. А кого бы тебе хотелось играть? Мне очень нравится история. Я хозяйка варьете, кабаре. Комедии, музыкальные комедии. Хозяйка кабаре «Судьба». Вот дизель-шоу, пожелаешь что-нибудь на будущее, чтобы еще через 3 года... Не, у меня личная цель, это 15-летие дизель-шоу, встретиться всеми вместе. Потом я собираю чемодан, ухожу, а шоу продолжается.